Смотрите, излишество — это означает что? То есть шестерка пришла в этот мир наслаждаться. Но главное — это делать в меру. То есть вы можете вкусно кушать, у вас созидательная энергия очень сильная. То есть вы можете наслаждаться красотой там, полета бабочки, я не знаю, там, тем, как обустроена чья-то квартира, какой-то вкусной едой. Главное — не перебарщивать. Например, еды. Кушаете вы вкусную клубничку, ну вот на паре штук можно остановиться. Вот когда вот пару штук поели, понимаете, что дальше будет перебор, внутренние ощущения, останавливайтесь. Если не останавливаетесь, начинается обжираловка. Так совсем. С сексом, с отдыхом, со сном, с музыкой, да с чем угодно. Кайфы должны быть в меру. В этом суть. Вот каких излишеств должна себя лишать шестерка. То есть без перебора. Вот, чтобы не кайфы управляли шестеркой, а она кайфами, понимаете? Вот, иначе будет прям тяжело. Это не то, что там аскеза, запереться, не жрать, ни хрена, не спать никогда и там офигевать. Тогда вы ни себе, ни своим людям вообще пользы не принесете. Шестерка должна свою энергию, любви и кайф отдавать в мир. Вот, если она не жрет ничего, не спит нормально и пашет как сумасшедшая, то ну, никому она ничего не даст. Логично. Но если она переедает, пересыпает, перетусовывается, там, бухает, тусуется, еще что угодно, то, опять же, эта энергия становится негативной, потому что 6 Венера — это вообще физическая мифология, это наставник демонов. То есть нужна мудрость, нужны возможности, чтобы не только самой не перебарщивать, но и других на всякую дичь не подбивать. Вот, поэтому важна мера. Фух. Так, здравствуйте, Вероника, 16.05.97 года. Как выбрать, прорабатывать мягкость и выбрать семью, либо оставить жесткость и дальше развивать карьеру? Так, шикарный вопрос. Семерка в числе сознания у нас. Так, сейчас посчитаем. Дайте мне, пожалуйста, один момент. 9, 2, вторая миссия. Ну, по миссии вы двойка, поэтому в семье вы реализуетесь очень даже хорошо. Это не значит, что надо бросать карьеру. Вот семерка часто ее мутузит в крайности. Вам не надо в крайности. Вот, можно и туда, только нужно дозировать и распределять, чтобы хаоса не было. Ну, тут не обязательно. Там только одно или только второе. Вот. Семерка должна соединить в себе духовный и материальный мир. То есть это и карьера, и семейные вопросы, понимание себя любимой. Потому что на понимание себя может уйти реально не одна вечность. Особенно для семерки. Так, я 4, муж 2. Хоть бы сил хватило у меня на его нежность. Да, ну вам хочется, чтобы рядом с вами мужчина был пожестче, посильнее. Хочется, чтобы он принимал решения. Но мужчине двойки — это сложно, блин. Вот, смотря какая у него миссия еще, смотря какой у него темперамент, но боюсь представить, скорее всего, боюсь предположить, но скорее всего лидирующее звено как бы в вашем союзе — это вы. И тут либо вы принимаете тот факт, что у вас мужчина такой, вот, и не разрушаетесь, либо как бы ищете другого мужчину, тут все очень-очень просто. Пам-пам-пам. Так... Мне кажется, чем больше мужчинам отказывают, тем больше их вокруг становится. Да, вполне, Анастасия. Чего, они на энергию же идут тоже. Так, Юляш, 13.06.64, не складывается личная жизнь. Четверка в числе сознания у нас получается. Так, тройка в миссии. Ну, смотрите. А вопрос, почему не складывается? Когда человек с 4-3 цифрами, я боюсь предположить, что, скорее всего, очень-очень высокий у вас, конечно, критерий отбора. Вот. Критерии, планка вот этой вот положительности этой самой личной жизни. Потому что требования к человеку, Господи, прости. Вот. Вам нужно просто принять то, что вас саму понять очень тяжело. Угадать очень тяжело четверку, блин. То есть, ну, сама себя иногда не понимаю, да? А, чтобы еще кто-то другой угадал. То есть тут нужно давать человеку подсказки, как с вами можно, как с вами нельзя, объяснять ему это, анализировать, как он реагирует на ваши объяснения. То есть тут такая история, что... Надеяться на то, что придет какой-то принц, который будет угадывать ваши желания и то, ну, как можно, как нельзя, это как бы пустое дело. Вот. С личной жизнью что еще хочу добавить?
Четверка часто не удовлетворена. То есть, например, хочется вот этого мужчину получили, а он уже и неинтересен оказался. Уже что-то в нем и не так. А уже как бы и не подходит. Значит, следующий надо. Вот, и так далее. Тут как-то надо больше мягкости давать в отношениях, больше принятия людей. Вот. Ну и ставить, соответственно, цель какую-то на эти самые отношения. То есть у четверки нет цели, нет результата. Вот. Если цель на отношения – бурный яркий роман, бурный яркий роман и будет одноразовый, как бы вопросов нет. Если цель на отношения – крепкая семья и так далее, то иногда некоторые нюансы партнера можно и переосмыслить, и принять. То есть это такие вещи, которые... Вот нам хочется, например, нашему эго влезть и поставить человека на место. Вот ты мне вот не говори такие слова, понял? Я тебя вообще там, ты кто такой? А, вот. А когда есть цель финальная, то есть как-то как отношения, семья, там, совместная жизнь, ты перед тем, как что-то такое сказать, ты сидишь и думаешь, а насколько это приблизит меня к моей цели? Насколько это поможет мне создать этот самый классный союз, эту самую семью, которую я хочу. И тогда вопрос целесообразности помогает правильно, корректно реагировать в отношениях, чтобы, собственно, вашей цели достигать. Вот. Чтобы разобрать всю эту историю подробнее, на психоматрицу, там тоже там просто расчеты до черта. Вот. Поэтому пишите в личку, заказываем личный разбор, разборы пары, разборы отношений, там все есть. Вот, ну и залетаем, конечно же, на мастер-класс в субботу, эту самую субботу, на этой неделе, 23 числа. Вот, будет очень здорово. Так, всем во благо. Так. Алена, 26-12-73, какая связь у меня работы и здоровья? Не поняла вопроса. Ну, здоровье, то есть у вас линия 1, 2, 3 есть. Плотненькая такая линия 1, 2, 3. Эта линия говорит о том, что человек подсознательно понимает, как себя вылечить или как лечить других. То есть это мама, которая не будет отправлять ребенка там к врачу сразу, она как бы понимает, что там ему надо это попить, там горчичник прилепить, там